за Украину, да? За Украину, еще раз говорю, я за. За Украину. То есть значит, что все должны такие по-вашему, за Украину. Когда будет здесь Украина? И куда же вы пойдете? Когда будет Украина? Да не будет здесь Украины. Будет. Не будет. Будет. Ну, посмотрим. Вспомните мои слова. Так и при Украине также будете рыгать, что она хреновая. Что не так? Если человек недоволен, он недоволен всем и всегда по жизни. А что вас тянет так в Россию, в эту Польшу? Конченая Россия. Ну, что вас тянет туда? Я понятно. Ну, если вы такой, ну вот, истинный патриот своей страны, вот, Украины, что ж вы не едете туда, вот, как один хороший человек сказал, правильно? Мне было, ну, сколько ему, там, 38 или там, сколько там, 33 года. Я бы стоял с автоматом, блядь, и мочил бы вас, как козлов, блядь. Давай. Я не вас имею в виду, а вот таких, как вы. Вот такие высказывания мариупольцы о России говорят.